Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитаананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самайуктам Бриндаванам Манохар Ванча Калпатару Ваша Кипасинду Бхавача Патитананг Павоне Бхавишнабхебхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунг Ланхайтигирим Джатки Патамаханг Банде Парамананду Мадвам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасач Снабхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритто нарам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо дире Саṅкиртане Кришна катхопадеша Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагод варуна Дейям сада парибхавагнам авиштудухам Тетхас падам сива виренчанутам сараньям Витаттихам панутопал бхаваддипутам Банде махапурусате чаруна арвиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Биспуриджитакамапикапавадушвадарши Пурнану рагара сасагара сарамурти сарадхикам и кадакипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламмита бхужау канука бодату. Саṅкиртанай капитаро камалайо такшо Вишамбаро диджаваро югадхарма пало Банде ягат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивва Рупам Бхуктинча Бхуктинча Дада Синитам Бхаван Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясте хиде самбихид Твам нишингамахам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе Харе Шута сапун сам сучира срамасья, нанжо сасури вхиритарто, таттад гунану сабанам мукундо, падар винда хидеш джейшам.
Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Jagat Guru told, you can get Guru according to your previous Sukriti. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы можем обрести нашего Гуру в соответствии с нашим предыдущим Сукрити, с нашими былыми заслугами, духовными силами. Мы не можем получить Гуру только в соответствии с нашим Сукрити. Кто-то может получить карми Гуру. Кто-то гьяни гуру, кто-то аштанга йоги гуру или еще кого-то. И таким образом, в соответствии с нашей удачей, мы получим того или иного гуру. Шрила Прабхупад говорит, что кто-то молится, беспокоится о том, что не может получить садгуру, что же делать. И Шрила Прабхупад говорит, что ничего делать никто за это не отвечает. Все дживатмы в процессе того, как скитаются по этим бесчисленным брахмандам, так или иначе они встречаются с садгуру по своей великой удаче. И после этого они могут осознать, что Харибаджан — это единственная цель. Шрила Прабхупад говорит, каждый не может действовать как гуру. Очень редко кто может быть гуру, это невозможно. Шри Чайтанья Махапрабху, когда он отправился в Южную Индию, чтобы спасти всех душ, обусловленных. И в то время он дал наставление Васудеве Випре. Амар Агнай Гуру Хайя Таро Идес. Это мое наставление. И тебе. Что ты должен стать гуру и пытаться спасти всех обусловленных душ в Брихат Бхагаватамрите. Вчера я говорил, Нарада, Шанкар Бхагаван, они все пытались спасти обусловленных душ. Шанкар Бхагаван пытался и пытается. Но Шанкар обманывает только обманщиков, он никогда не обманывает искренних. И таким образом мы знаем, что наставление Махапрабху в том, чтобы стать вот ему, этому преданному, чтобы он стал гуру и спасал обусловленных душ. Но сахаджи говорят, что наставление Махапрабху в том, что стать гуру и раздавать мантры всем подряд. Сахаджи забывают, кому конкретно, при каких обстоятельствах Махапрабху сказал это. Но Махапрабху не имел это в виду относительно других. Махапрабху сначала он хотел дать нам наставление, чтобы мы совершали Харибаджан все 24 часа в сутки. Шрила Прабхупад говорит, что не каждый может быть гуру. Просто если человек запомнил какие-то стихи из шастры, на этом основании может стать гуру, это неправильно. Шабда Брахма and Парабрахма by the desire of Bhagavan, I can try to discuss tomorrow. Я буду говорить завтра из Веданта Сутры. Эти стихи. Шабда Брахма is Bhagavan.
Шабда Брахма — это Бхагаван. Это об этом более подробно я завтра буду говорить, кто такие Шабда Брахма и Парабрахма. И кто? И те, кто всегда заняты служением Верховному Господу. Все 24 часа в сутки, кто занят служением Бхагавана. Мы должны принять прибежище у такого гуру, а не у кого попало. Смотрите. То есть мы должны смотреть на качество гуру, а не на их популярность. Самосознавшийся душа Шрила Прабхупада говорит, мы должны принять прибежище у самосознавшей себя души, которая 24 часа в сутки занята в Харибаджане всегда. Кто говорит о себе как о гуру, как о вайшнаве? То есть кто выставляет себя как гуру, как вайшнав, это признак того, что человек не является ни тем, ни другим. Такая самореклама говорит о том, что человек просто обманывает людей. Мой Гурупад Падма Шрила Прабхупада говорит, мой Гурупад Падма Шрила Гуркишвара Дас Бабаджи Махарадж никогда не говорил о себе как о вайшнаве. Он говорил, что я бесполезен, я никто. Я могу вспомнить, я говорил пару месяцев назад, один бессердечный человек. Какой-то Гасай. Люди говорят, называют его Гасаем, хотя сейчас все, кому не лень, используют этот титул. И вот однажды один сахаджи мог немножко объяснять шастру как-то, и вот он пришел к Горкишвара Бабаджи Махараджу и говорит, что я брахман, что он гусай. Что у него? Ну что он помыл свои ноги водой, вот беспокоился, что кто воду никто не пьет, и вот предложил Горкишвара Дас Бабаджи Махараджу, чтобы эта вода не пропадала, чтобы он ее выпил. И Горкишвара Дас Бабаджи Махарадж, он дает нам пример. А то есть он показывает своим примером, кто такие чистые гуру вайшнавы и какие их качества. Сейчас очень редко можно увидеть, встретить садгуру. Это великая удача, если вы повстречали садгуру на своем пути, на самом деле. Бхагаван говорит, когда кто-то, поскольку в вайшнаве может быть множество качеств, в вайшнаве можно найти множество качеств, но мы должны иметь терпение, мы должны смотреть на главное качество, это шаранагати. Шаранагати — это качество, это главное качество шаранагати. Если его нет, то все другие качества, они материальны. То есть если у человека есть какие-то другие качества, но главного шаранагати нет, то то без этого главного качества мы не можем сказать о человеке, что он вайшнав. So,
И когда кто-то оставляет все, все материальные действия, материальные привязанности, все, весь анивхилаш, только этими словами, только вот в этом слове анивхилаш. Если я буду объяснять его, это займет долгое время. Мы не понимаем, что анивхилаш может прийти в нашу жизнь в форме честности. Анивхилаш может прийти в нашу жизнь в форме чистоты. Очень тонкое суждение здесь. Мы не можем понять, как это. Анивхилаш может прийти в форме знания шастра или других вроде бы хороших вещей. Это станет причиной того, что мы потеряем наш баджан и оставляем наше тело в последний момент жизни. Если нет Кришна-смрити, памятования о Кришне, можно посмотреть на чистого вайшнава, как Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур. Внешне, если они проявляют лилу болезни, но все же внутри они помнят о Верховном Господе и о Его лилах, их памятование, связь с Господом никогда не нарушается. И таким образом анивхилаш может прийти в нашу жизнь в различных формах. И это может стать причиной нашего падения. В форме гуру-севы может прийти кто-то, служит гуру с каким-то красным мотивом. И вот такой любой анивхилаш. Например, сегодня у нас один анивхилаш, никаких других нет. Но мы не знаем, мы очень глупы, то, что этот анивхилаш может разделиться на различные. Разделиться на различные виды и принять форму больше, в большем разнообразии. Например, кто-то соврал, чтобы для какой-то цели сказал ложь. Но вы не знаете, что человек говорит ложь, чтобы утвердиться в чем-то, но это ложь, которую он сказал, она, чтобы защитить эту ложь, нужно соврать больше, потом еще больше, еще больше. Я видел. He is speaking lie. I take information, not him. I read, he speak other thing. This way all lies. All lies. So, when there is no и вот когда нет анивхилаша, никаких посторонних желаний нет в нашей жизни, даже их запаха, то в этом случае наше шаранагати, оно совершенно, мы можем сказать. Иначе вот этого гьяни, они очень осторожны, глаза, их видение, они, оно чисто, они могут видеть наше сердце, и они могут понять, мы можем пытаться спрятать, но не сможем, и это все взаимосвязано. Если есть анивхилаш, то шаранагати невозможно. Если шаранагати есть, то как это, как математика. Если есть шаранагати, то у нас есть шаранагати, то это значит, что никаких посторонних желаний у нас нет. И таким образом, если вы видите, Бхагаван говорит, если кто-то оставляет все, все посторонние желания и предается моим лотосным стопам, мартуядам
то яда текто самасто дхарма, нивидита атма, вичикирсато ме, тада амритатто патипаддамано, маятма хуяя чапалпати вай. Марто яда текто самасто карма. Марто материал. Марто значит материальные люди. А Марта бессмертные. Марто яда текто самасто карма нивидита атма вичикирсито ме. Тада марто яда текто самасто дхарма нивидит. Марто яда текто самасто карма нивидита атма вичикирсито ме. И вот Бхагаван хочет сказать, когда кто-то всем сердцем принимает прибежище у меня, я хочу что-то сделать для такого человека, что-то ценное. И я думаю, что же сделать такого для этого человека? И что значит эти слова? Когда кто-то принимает прибежище у моих лотосных стоп, ищет, где же Бхагаван? Когда кто-то хочет служить мне, то в этом случае я хочу сделать что-то конкретное, да, что-то для такого человека, и что же это, и объяснение. И что-то существенное. И вот в Гите Бхагаван говорит: тот, кто служит мне, и я могу хочу отплатить ему. И вот йоги, гьяни, карми, все они что-то делают. Йога значит карма-йога. Через карму. Они хотят обрести связь с Бхагаваном. Те, кто совершает карму, они предлагают плоды своей кармы Бхагавану и таким образом могут обрести связь с ним. Гьяни через гьяни. Через гьяну хотят обрести связь с Бхагаваном. Это, в общем, зовется йога. И вот гьяна-йоги, дьяна-йоги, карма-йоги. Потом аштанга-йоги и бхакти-йоги. Это наивысшая ступень йоги. Бхагаван, он заинтересован в бхакти, поскольку бхакти — это амрита. Бхакти — это амрита. Бхакти в адрес лотосных стоп Бхагавана — это настоящая амрита. И такой человек может стать подобным Бхагавану. И когда преданный становится свободен от посторонних желаний, то Бхагаван хочет сделать что-то для него. И в этом случае преданный хочет служить Бхагавану всем сердцем, и Бхагаван тоже хочет что-то сделать существенного для этого преданного. И в Гите Бхагаван говорит: He can become similar to me.
И вот в Гите Бхагаван говорит, что такой преданный может стать подобен Бхагавану. Но это не значит, что он станет Бхагаваном. Как Бхагаван трансцендентен и преданный тоже может стать трансцендентным. И он может возвыситься на уровень Господа. Как Господь Апракрита, так и преданный может стать Апракрита. Что Бхагаван хочет сказать для йоги, гьяни, кармы, карма-йоги? Бхагаван хочет дать что-то, но что-то особое Бхагаван хочет сделать для тех преданных, поскольку йоги, гьяни, они не преданы на 100%. Они оставляют что-то для себя. И вот все, что Бхагаван хочет сделать для йогов, гьяни и прочих, те, кто совершает йогу, гьяну, они тоже обретают силу. Но эта сила, она отличается, другая, как Кадамариши. Он построил какое-то летательное средство, на котором они летали с Девахути. Оно было настолько прекрасно, настолько аристократично, настолько комфортно, что даже полубоги завидовали. Шабари Риши, он женился на 50 дочерях Мандаты, проявил себя в этих 49 экспансий. С помощью йогической силы, когда Бхагаван проявляет себя в бесчисленные формы, это не йогическая сила. Как в Расалиле, это нельзя сравнивать это с йогической силой. Это отдельные йоги не могут. С помощью своей йоги многое сделать. Гьяни тоже что-то могут. И вот Бхагаван так или иначе дает им такие способности. Восемь различных видов йогических совершенств Бхагаван должен дать. И другие 10 видов, еще каких-то дополнительных совершенств. Но подлинные бхакти-йоги, они никогда не стремятся к йогическим совершенствам. Шрила Прабхупад, Бхактина Такур, Шрила Пури Махарадж, Шридхар Махарадж не придавали никакого значения этим сиддхам. Дхарма Артха Камана ждет чистых преданных, чтобы исполнить их желания, но преданные, они не заинтересованы в этом. Мы видели Гуру Махараджа, Шридхар Махараджа. Они
Они не были привязаны ни к чему материальному, и таким образом все эти дхарма, карма, артха, кама, мокша, они все стоят со сложными ладонями перед чистыми преданными, готовы исполнить их всех желания, но преданные не хотят ничего от них. И вот я начал с той шлоки, которая описывает Шрилу Бхактивачара Джаджварга Сойя Махараджа. Мы малые падшие души и всегда хотим сравнить себя с великими вайшнавами, а это невозможно. И мало кто прославляет чистых преданных. И иногда очень часто можно наблюдать, что всякие проповедники говорят большей частью о себе. Чистые вайшнавы, они не подвержены плодам своей кармы, и то, что невозможно для кармы йоги, гьяни, то, что они, а Бхагаван для чистых преданных, он готов сделать все, это главное. И вот сейчас Шрила Джаджварга Сойя Махарадж. Он великий преданный. Он великий Гаудия Ачарья. И он пришел к Шриле Прабхупаде внешне, хотя он вечный спутник. И он пришел к нему в 1926 году к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Он из Арис, из брахманской семьи, из семьи Панд, Сарвешвар Панда. Имя его было Сарвешвар. Шрила Прабхупад не изменял ему имя. А фамилия была Панда, это брахманская семья, хотя он изначально был Арис из брахманской семьи. Его прадеды, вот сарисы происходили, но отец и мать, они жили в Миднапуре, это на границе Орисы и Бенгала. Я был там и поклонился тому месту, где был Джаджварга Сойя Махарадж. Это деревня, и вот он там родился. Но чудо случилось. Один астролог, известный астролог, он предсказал, видя гороскоп Махараджа, он предсказал, что тут ему нужно жениться. И другой брахмачари был тоже у этого астролога. Но когда Джаджварга Сойя Махарадж принял решение оставить дом, поскольку с самого детства он был очень разумен, they are complete, it's self-complete, they are knowledge. They know Bhagavan means
И вот он принял прибежище у Шрилы Прабхупады в 1926 году. И по разрешению Шрилы Прабхупады он начал изучать Харинамрита Вьякарон, то есть санскритскую грамматику. Она написана, эта книга Джива Госвами Падам. И это Джива Госвами Пад, когда писал эту книгу, он все связал с именем Бхагавана. Там все приводится, вся эта санскритская грамматика построена на именах Бхагавана. Это очень великолепная книга. И вот он изучил санскритскую грамматику и по желанию Шрилы Прабхупады начал изучать Гиту, Бхагаватам и другие шастры. И видя его чистоту, Шрила Прабхупад хотел занять его в служении Радха Говинде в Чайтанья Матхе. Он был очень пунктуален, и он начал совершать служение, поскольку очень важное хочу вам сказать, храм, я не говорю об обществе. Я хочу сказать, один храм, вы можете содержать храм, если ваш пуджари совершенен, если ваш повар тоже совершенен, если ваша санкиртана также совершена, если ваша проповедь тоже совершена. Если есть какое-то несовершенство в санкиртане, в храме, ложные киртаны какие-то происходят, или пуджари такой бестолковый, повар тоже бестолковый, то все должны страдать, не только пуджари, поскольку повар готовит, пуджари предлагает, если они ведут себя недостойным образом, то все, кто это ест, они... То, что вот они едят, то, что предложили под именем просада, они тоже ничего хорошего не получают. И я пример могу привести один. Преданный в Радакунде же живет, на Радакунде это у него Баджан Котиран. И вот он отправился в Южную Индию однажды. И вот он слушал мою харикатху, пытается служить, что-то делать. И вот когда он в этом храме остановился, принял просад, то почувствовал какое-то вожделение, какое-то жжение в теле, подумал, что случилось, почему такое дурное чувство пришло. И он узнал, что этот пуджари без... В общем, эти бестолковые пуджари и повар занимаются непотребными делами ночью. И вот этот преданный быстро уехал с того общества. Почему люди не обретают благо? В таких обществах, которые вроде бы религиозные, потому что они, Гурудев, он много раз говорил, что поддерживать Гаудимат можно только, если мы будем следовать всем правилам и предписаниям, которые даны
Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, но кто уделяет им внимание? Гуру Махарадж много раз говорил, что Гаудия Мат может существовать только тогда, когда все принципы Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, они там применяются в практической форме, иначе это не Гаудия Мат получится, а какое-то общество. И что за значение этого общества? Я могу научно объяснить. Общество — это мост. Вот если организовать общество из каких-то участников, если среди этих участников все одни материалисты, то общество материальным получается. Но вот в случае с храмами тоже избираются какие-то эти члены этого траста, общества, но товарищество, но вот это общество само по себе значит пытаться, как чтобы эта духовная организация имела какую-то связь с материальным миром. Все преданные в матхе, те, кто убирают храм, они тоже проповедники, как Джаджагасе Махарадж, он проповедник, хотя может кто-то возмутиться, что он даже на Запад не ездил, но я могу сказать в соответствии с вечером Шрилы Прабхупады, что он лучший из проповедников, он лучший из пуджари. Пуджари значит его чистота, его поведение, его этикет, все должно быть идеально. Это должно быть примером для других людей, это тоже проповедь. Он совершает харинам, совершает киртан, он также прекрасно пел, как Шрила Шанта Госвами Махарадж, наш Джаджа Госвами Махарадж, поскольку они подлинные, преданные. И вот общество, значит, им такая связь, духовная организация может get in connection with material world to change them, not that they can influence you and change you. At present this is happening. Духовная организация, она для того, чтобы иметь мир к лучшему, а не меняться под воздействием материального мира. Иногда можно видеть, когда приходят люди каких-то бедных семей, ну, не с бедного такого прошлого, то постоянно стремятся как-то собрать побольше денег, и это становится причиной их падения. А люди приходят с какого-то аристократического прошлого. Ну, с аристократическим прошлым, то можно заметить, они не привязаны к деньгам, в отличие от тех, которые приходят на духовный путь каких-то бедных слоев населения. Нельзя разделять преданных на иностранных и на местных. И и вот Джаджа Госвами Махарадж был одним из лучших проповедников. Я могу заявить это с полной уверенностью. И таким образом Джаджа Госвами Махарадж, он единственный преданный, который получил Рада Мантру, Рада Гайтри от Шрилы Прабхупады. Может, мой Гуру Махарадж тоже получил такую мантру, но
я не спрашивал, Гуру Махарадж не говорил об этом, но Джаджа Госвами Махарадж известно точно, что он получил. И он был последний, кто получил саньясу от Шрилы Прабхупады в 1936 году. Шрила Прабхупад хотел дать саньясу Сарвешвару, но Сарвешвар сказал, что в гороскопе вот тут этот астролог знаменитый сказал, что жениться надо два раза причем. А Шрила Прабхупад улыбнулся. И все равно дал ему саньясу и сказал, посмотрим, что случится. И тогда в итоге, вот, в общем, Шрила Прабхупад дал ему саньясу, и после этого, и в 1936 году, 31 декабря, или по английской системе считать 1 декабря, поскольку 1 января, ну, в бенгальской системе считается сутки от восхода солнца, а в английской с полуночи. Вот Шрила Прабхупад тоже собирался дать саньясу моему Гуру Махараджу, но мантру дал во сне только физически. Не успел, обещание свое он исполнил. И вот после принятия саньясы он начал проповедовать более активно, имел, дружил с Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджем. Когда Шрила Прабхупад ушел, в итоге наш Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Шанта Госвами Махарадж, Джаджа Госвами Махарадж, они вместе, но у них не было особо денег. Я тоже, я знаю, Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж однажды, и вот у них был. Вот эти благовония они подносили, даже не под дома, делили его на три части. Одно утром подносили, второе в полдень, третье вечером. То есть они были, ну, настолько бедны внешне, что даже благовония одного не могли поднести Бхагавана, а вот делили его на три части. И таким образом хочу сказать о Сиддханте. И вот в итоге они организовали один матх в Меднапуре. И там Махарадж приглашает Шримананда Годи матх в городе Меднапур. И в итоге, когда Шрила Шанта Госвами Махарадж, он построил отдельный матх в Кешаре, Мадхава Госвами Махарадж тоже основал отдельные матхи в различных местах. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, по милости Шрилы Прабхупады Нитьянанды, он с легкостью основал, строил храмы во многих городах, где было очень сложно даже дюйм земли получить, но благодаря влиянию Мадхава Госвами Махараджа это все происходило. И в итоге они решили отдать этот храм Меднапуре Джаджа Госвами Махараджа. В то время не было никакой зависти. А сейчас можно часто наблюдать всякую зависть на каждом шагу буквально. Ну, может, там была зависть, но не в таких масштабах, как сейчас. И вот Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, они решили, мы должны отдать этот храм под
Джаджогасай Махараджа, вот они переписали его на Джаджогасай Махараджа. И Джаджогасай Махарадж также открыл храм в Кати. Это тоже на границе Орисы. И он тоже открыл храм там. И вот Махарадж, он был Бхаджананади. Го Махарадж, Джаджа Гусей Махарадж, они были Бхаджананади. Но особенность Сиддхартха Гусей Махараджа, он был Бхаджананади и проповедовал также, и мой Го Махарадж также, он тоже проповедовал с Шилой Бхакти Дайта Мадхава Гусей Махараджем. И вот когда Шрила Прабхупад ушел по желанию Йога Майи, все ученики не раз ехались по разным местам. Это с одной стороны хорошо, поскольку львы не могут жить вместе в одной пещере. Вот по воле Йога Майи так произошла широкая проповедь. И таким образом, однажды Шрила Джаджа Гусей Махарадж, он совершал баджан в своем баджан-кути. И вот Бандари пришел, поклонился Махараджу, спросил, что готовить сегодня. Поскольку нету риса, пшеницы для баджан, ничего нету. То есть нечем готовить, я спросил, что же готовить, если ничего не было. Вчера все кончилось, риса нету, что делать? И Джаджа Гусей Махарадж сказал, идите, закройте храм, дайте ключ мне. И начните санкиртану, воспевайте всем сердцем. И посмотрим, что случится. Я не буду просить рису Бхагавана. Моя жизнь не для того, чтобы просить риса и чапати у вас. Моя жизнь для того, чтобы служить Бхагавана, а не просить его о чем-то. Поэтому начинайте санкиртану. И вот в Гите такие слова приводятся. И это обещание Бхагавана, что те, кто думает обо мне, это моя природа. Я защищу все, что у них есть, и дам. И дам то, что им нужно. Мы не можем занимать Бхагавана в служении себе. И вот Махарадж сидел, совершал санкиртану. И тем временем кто-то постучал. И кто же там? И вот они совершали киртаны, а тот стучал, а они не слышали, кто стучит. И когда киртан кончился, то Джаджа Гусей Махарадж сказал, что смотрите, кто-то пришел, а то открывайте двери. И вот они открыли двери, увидели, что кто-то прислал тележку с
с рисом, далом, маслом и всем остальным. И так с Шрила Мадхва Госвами Махараджем такое случилось. Это же однажды все закончилось перед Нандотсавом. Следующий перед, день перед Джанмаштами закончилось. И этот Бандария пришел к Мадхва Махараджу, попросил, что не объявлялось, что завтра праздник, что все приходили, поскольку ничего не осталось, там самим есть нечего, не то, что гостей кормить. И вот Мадхва Госвами Махарадж засмеялся и сказал, что завтра будет у нас пир, приходите, приглашайте всех знакомых. И этот Бандари подумал, что же делать. Меня во всем обвинят, что пригласили, а есть нечего. И вечером, после полуночи, кто-то постучался. И приехал грузовик с продуктами. Мы должны зависеть от Верховного Господа, от нашего Шаранагати, от Гуру Вайшнавов, а не от каких-то материальных вещей. Вот приехал этот грузовик с Панджаба с рисом, ги, маслом, мукой и прочими продуктами. И вот наша Гурварга — это не шутки. И вот с моим Гуру Махараджем тоже такое произошло в Калнино перед праздником. Вот братья Мараш приехал на помощь, 8 вечера спрашивает, что же готовить, ничего нету. А Гуру Махарадж повторил Харинаму и сказал, что не беспокойтесь. Это даже не 8 вечера, а 8 утра было. И потом с 8 до 9 начали люди приходить на праздник, что-то с собой приносить. И таким образом образовалось огромное количество продуктов. Вот Гуру Махарадж говорил, что баджананди, баджан — это есть их проповедь. Кто-то просит Гуру Махараджа благословить его на проповедь, а Гуру Махарадж часто отвечал, что за проповедь. Совершайте баджан сначала. Проповедь — это значит ваш характер, ваше поведение, ваши идеалы. А просто говорить — это не проповедь, нужно еще делать вначале то, о чем вы говорите. И вот Джаджа Госвами Махарадж, он лучший из проповедников. Он был знаменит за свои особые киртаны. Его киртан был настолько особ. Его киртаны были очень притягательны, привлекательны. Я говорил несколько лет назад, я помню, о чем я говорил. И во Вриндаване. В Чандо-Сароваре. Сурья-дас. Last moment, he cannot walk properly. With stick, he has to go.
И вот он не мог ходить, он совершал киртан. Его в то время был Говардханата лес. Пуджари, еще кто-то там был. И там перед Шинатхом он сидел и совершал киртан. И Шинаджи пришел, он не мог видеть. И вот это божество пришло, сила перед ним, слушала киртан. У меня есть картина этого. Гопал Шинаджи сидит и слушает киртан. Бхагаван, он любит нас, но мы не можем этого понять. Понимаем только какую-то материальную любовь, а не можем понять, насколько Бхагаван любит нас. Если Бхагаван сам несчастлив, как он может организовать наше благо? Бхагаван очень благодатен к нам, и поэтому он организует столько хорошего для нас. Если вы встретились с Харикатхой Шрила Прабхупада, это значит, что вы встретились с самим Шрила Прабхупадой, и такой даршан должен быть у нас, поскольку слова, трансцендентные слова Шрила Прабхупады, они, его учение, оно не отлично от него. И таким образом, если мы встречаемся с Шрилой Прабхупадой, с его посланием, то это значит, что мы встретились с ним самим. На самом деле, Шрила Джаджар Госвами Махарадж однажды он совершал киртан в Натхмандире в Матхе Мадхава Госвами Махараджа. И его и пришел какой-то судья своего суда и имел, в общем, занято, расписано было, все дела расписаны, и вот попросил прощения, что вот там уходить надо. И вот уже все почти сказали Харикатху, Джаджа Госвами Махараджа еще не говорил. И вот этот судья уже пошел к своей машине, одной ногой залез в машину, уже закрыли дверь. И тем временем Джаджа Госвами Махарадж начал петь киртан. И киртан был настолько красив, настолько привлекательный, что этот судья открыл двери своей машины, вернулся и опять сел на свое место. Все удивились, вроде уехал, тот вернулся. Слушал киртан, и после этого, когда киртан закончился, этот судья сказал, я почувствовал огромное влечение и попросил Мадхава Госвами Махараджа, что и потом пригласил всех саньяси брахмачари в свой дом завтра. Поскольку наши, мои эти домашние, они должны иметь возможность услышать такой прекрасный киртан, чтобы их сердца изменились, настолько прекрасен он. Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж. Даже Шрила Прабхупад не мог сравнить усилия Шрилы Мадхава Госвами Махараджа с кем-то. Gracias.
в его стремлении совершать гуру-севу, делать все для удовлетворения Гурудева. Если наш Гурудев будет доволен нами, то будьте уверены, Шрила Прабхупад говорит, если вы сможете удовлетворить своего Гурудева Садгуру, то будьте уверены, что Бхагаван он благословит вас. Если вы удовлетворите Садгуру, то это значит, что никаких проблем больше. Шрила Прабхупад говорит так. Вы встретитесь с успехом в вашем баджане. Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, он и вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он выполнял невозможную задачу. Он, например, получил место явления Шрилы Прабхупады, никто не мог, все пытались, но у всех все это было безуспешно. Только Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он получил эту землю, место явления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Однажды на большом собрании, поскольку Мадхава Госвами Махарадж, он приглашал братьев Боги, которые были на стороне Шрилы Прабхупады, чтобы они воспевали славу Господа. И вот это было обычай Мадхава Госвами Махараджа был таков. И по поводу одного праздника был день явления Шрилы Прабхупады. И он позвал всех братьев Боги и со сложными ладонями попросил каждого. Я, для меня очень сложно совершать это служение. Если вы все будете со мной, мы в сообща сможем вернуть это. Вернуть место в линии Шрилы Прабхупады. Вот он попросил об этом, но Шрила Джаджава Госвами Махарадж, шутя, сказал: «Мадхава Мадхава Вачи, Мадхава Мадхава Хариди, Смаранти Садхава». Вот такой шлок он сказал. И это шлок из Нарисимха Пураны. И вот Мадхава Госвами Махарадж подумал, что мой брат Боги, он благословляет меня, если что-то чистое Вайшнава говорит, то Бхагаван, он... то Бхагаван, он исполнит его слова, как в случае с Прахлад Махараджем. Бхагаван пообещал. Вот, и также на Курукшетре Бхагаван такой случай произошел. И вот Питамаха Бишма засмеялся и сказал, когда он уходил из этого мира, Кришна пришел со всеми спутниками, все Риши Муни пришли. Ты пришел ко мне, чтобы благословить меня. Это в этом твое величие.
Питамаха Бишма говорит, ты очень милостив, и что даже ты и ты даже нарушил свое обещание, чтобы сдержать обещание твоего преданного. И вот Прохлад Махарадж говорит, вот как в случае с Прохлад Махараджем, Прохлад ответил, что Бхагаван, его Господь, он везде. И в Бхагаватам такие строки есть, что Бхагаван везде, и Прохлад он не сказал же, и чтобы доказать это, когда Хираньякашипу разбил колонну, то с этой колонны явился Нарисимхадев. Это природа Бхагавана. Преданные, если они что-то хотят, это не материальное желание. Если преданные желают что-то всем сердцем, то ответственность Бхагавана в том, чтобы исполнить это. И вот Джаджа Госвами Махарадж хотел показать что-то, и Мадхава Госвами Махарадж засмеялся. Сказал, что мой старший брат Боги благословляет меня, благословение преданного, оно очень значимо. Это значит, что я могу исполнить эту задачу. Большинство братьев Боги Шрила Мадхава Госвами Махараджа были бедны, вот то Шрила Пури Госвами Махараджа даже. Старуби никогда не было в кармане. Шридхара Госвами Махараджа тоже. Потом что-то начало приходить, но в то время у них ничего не было. И все, что у них было, они хотели это пожертвовать, но все равно по сравнению с тем, что сколько нужно было, это была очень-очень малая часть. И вот Мадхава Госвами Махарадж сказал, что если мой брат Боги благословил меня, то я, несомненно, добьюсь успеха. И так случилось. Мы не можем представить, какую силу имеет чистый вайшнава. И вот Мадхава Госвами Махарадж достиг успеха в этой миссии. И еще хочу сказать, я говорю не в хронологическом порядке, а как получится. И вот в то время Шрила Прабхупада совершил лилу Шри Чайтанья Махи. Однажды Шрила Прабхупада дал наставление всем преданным, то, что есть, будет Дхарма Саба, религиозное собрание. И вот Джаджа Госвами Махарадж пойдет и будет говорить, на нем утвердит Гауди Сиданту. И вот это дошло до Джаджа Госвами Махараджа. Он подумал, что я маленький человек, как я могу говорить на таком великом собрании. И Шрила Прабхупада узнал об этом. И вот Шрила Прабхупада сказал, что все равно, даже если он боится, плачет, не хочет, но все равно должен идти, я не пошлю никого, кроме него. И вот Шрила Прабхупада хотел показать великолепие его могущества.
как Шрила Бхунтев Госвами Махарадж был за тысячи километров в Англии. Госвами Махарадж тоже, и вот Мадхава Госвами Махарадж, и вот, в общем, все его ученики, подлинные ученики, хотя они были вдалеке от него, но они имели связь с ним. И также мы можем обрести связь с Гурудевом, если мы будем преданы ему. Гурудев, подлинный Гурудев, он никогда не бросит нас. Садхгуру может даровать нам милость, а тогда мы можем только тогда, когда мы готовы принять эту милость. И вот Махарадж недавно говорил о том, что мы должны быть способны принять эту милость, как если идет дождь, то нужно какая-то емкость, чтобы вода туда попала. Если у нас маленькая емкость, сколько милости мы можем получить? Если у нас большая емкость, то больше дождевой воды, которая олицетворяет милость. В каких-то местах на пресную воду сложно найти. Где-то такая пресная вода не залегает, нужно глубокие скважины копать, бурлить. И таким образом Джаджива Госвами Махарадж, он следовал наставлениям Шри Прабхупады, хотя боялся и такова лила. И вот он пошел на то собрание и думал, что же сказать. И вот это было большое собрание, великие пандиты, ученые люди присутствовали там, и перед ними, когда Сабхапати, председатель этого собрания, дал слово представителю Шри Гауди Матха, Чайтанья Матха скажет что-то нам на такую-то тему о милости Гуранги. И вот он начал говорить. И после того, как его речь закончилась, мы не можем представить, что этот председатель сказал «саду, саду, саду», значит, это очень хорошо, великолепно, прекрасно. Как и вот он выразил, сказал слова благодарности и восхищения Шрилы Прабхупады. Он пребывает в сердце Джаджива Госвами Махараджа, и чего ж ему было бояться. Если Шрила Прабхупада находится внутри моего сердца, то кого же мне бояться, если я говорю об абсолютной истине? Я не говорю что-то от себя. Я говорю послание Шрилы Прабхупады, и поэтому у нас должна быть сильная вера в нашу Гурвагу. Джаджива Госвами Махарадж в последний момент в своей жизни хотел увидеть их йога-питх. В то время там храма не было, было строение небольшое. И вот он посмотрел на чакру, на крышу йога-питха, и начал плакать, и вернулся с Майпура в Шимананда Гауди Матху. Он знал, что это его последний визит. Я на день его ухода более подробно расскажу об этом.
И он великий преданный. Мой Гуру Махарадж написал большую статью о Шиле Джаджаргасе Махараджи. Мой Гуру Махарадж сказал, он был хорошим другом в моей жизни. Однажды Джаджаргасе Махарадж доехал до храма в Калне. И увидел, что Гуру Махарадж совершает все служение. То, что не набирает учеников, а сам все делает. И также служит Чайтанья Ване в качестве редактора. И вот такие великие вайшнавы никогда не теряют ни секунды времени. И в процессе этого они еще успевают повторять Лакхаринама, когда они все успевают. И тогда Джаджаргасе Махарадж с сложными ладонями сказал: «О, брат Боги, могу ли я тебе посоветовать что-то, да, лучше, если вы будете делать какое-то одно служение, поскольку не будете уделять должное внимание всему?» Шрила Прабхупада дал вам Ванису, вот, и занимайтесь. А вы свою энергию даете здесь и там, в различные места. И мой Гуру Махарадж, он стал очень серьезен, когда услышал это, что мой брат Боги говорит правильные вещи, я должен следовать. Смотрите. И Гуру Махарадж, он понял, что он может, он подумал, что это наверняка желание Шрилы Прабхупады. Если сказал, что я должен сконцентрироваться на Вани Севе, и с тех пор Гуру Махарадж дал другие виды служения другим, а сам приехал в Чайтанья Гауди Мат, чтобы совершать Вани Севу всем сердцем. Он был главный редактор этого журнала «Чайтанья Вани». Бесчисленные статьи он писал, публиковал в течение всей своей жизни. И таким образом Гуру Махарадж, он писал, что мой брат Боги, он мой лучший, Джаджаргасе Махарадж, он мой лучший друг. И таким образом Гуру Махарадж сделал заключение. Я не могу говорить дальше, время немало.